Новый формат общения с горожанами. Губернатор Саратовской области встретился с жителями Кировского района. На площадке школы номер 67 собрались около 300 желающих лично задать вопрос главе региона. В течение 2 часов губернатор и профильный министр отвечали на волнующие горожан темы. Так, к примеру, саратовцы обратились с просьбой разрешить им торговать выращенной на своих огородах продукцией на территории рынков района. По словам министра экономики региона, все сельскохозяйственные ярмарки Саратова начнут свою работу на 2 недели раньше, 16 августа. Продукцию местные огородники смогут на нескольких торговых площадках города. Для жителей Кировского района ближайшие рынки Привоз и Сенной.